сказать, что 20 век стал временем упадка монашества на Святой Горе. Но именно благодаря Иосифу Исихасту, который воспитал таких замечательных людей, как Ефрем Катунахский, Иосиф Ватопецкий-младший и других подвижников, которые ныне и прославлены, еще не прославлены, но сияют как звезды на небосводе жизни Церкви, стал тем человеком, который возродил монашество, который собственным примером и духовными подвигами вдохнул новую жизнь в монашеское бытие на этом замечательном полуострове.